Всем привет! Вы на канале Фигаро здесь, Фигаро там, и я Владимир Александренко. Ну что ж, наступил радостный день, начало сентября, и я отправляюсь наконец-то на море. А летим мы с вами в Абхазию. Посмотрите сзади меня, какая очередь. Это все на Сочи, на моря, на океаны. Ну что, все досмотры я прошел, и как обычно, по традиции, на досмотре не заметили мой маленький сок. Дело в том, что жидкости более 100 мг в ручной клади провозить нельзя. Но вот этот сок никогда не замечают. Чтобы попасть в Абхазию, нужно сначала долететь до аэропорта Сочи, а потом уже от Сочи доехать до границы. Дело в том, что аэропорт есть в Абхазии, в столице, в Сухуме. Но он после войны был разрушен и уже лет 27 не работает. Поэтому летим до Сочи. Я, естественно, лечу моей любимой Победой. Ну, так как я лечу на море, поэтому мне нужно много багажа. И я взял тариф выгодный. Туда уже включено 20 кг, ручная кладь и бесплатный выбор места в самолете. Билет мне обошелся в 5 249. Ну что, идем на борт. Оторвались. Ну что, мы набрали высоту. Время в полете до города Сочи 2 часа 5 минут. Ребята, привет, я в туалете. Такой вот рукомойник. Это для рук мыла. Такой вот унитаз, смыв. Ну, такой маленький, но чистенький, комфортный. Летим уже где-то час с лишним, еще столько же. Самолет вообще полный, ни одного свободного места. Все летят отдыхать. Мы приступили к снижению, и посмотрите, какие горы. Сразу видно, что уже другая климатическая зона. Ребята, ура, начинается Черное море. Прям такое сине-сине-голубое. Ребята, посмотрите, как самолет в море отражается. Прикольно. Все, идем на посадку. О, вон народ отдыхает на пляже. Все, сели. Народ хлопает. О, посмотрите, нам рукав подают. Оператор подъезжает ко входу. Ну что, ребята, прилетели мы в Сочи. Время 11 утра, уже 32 градуса. Душиловка просто, жариловка. Так, наш багаж уже поехал. Я вот сейчас подхожу к нашей ленте и буду смотреть свой чемоданчик. Вот наш рейс. О, как мне повезло. Не успел подойти, и он подъехал. Ну что, ребята, я по традиции на фоне аэропорта прибытия. Сзади меня вы видите вот такой вот в летнем стиле международный аэропорт города Сочи. Кто-то остается здесь и разъезжается по курортам, ну а кому-то, в том числе и мне, еще предстоит добраться до Республики Абхазия. Мы, естественно, на такси не поедем, это безумно дорого. Поедем на общественном транспорте. Остановка общественного транспорта прямо у выхода из аэропорта. Так, вышли мы из аэропорта, и вот здесь должен быть общественный транспорт. Вон какие пальмы, олимпийские знаки.
Так, ребята, чтобы добраться до границы, это называется контрольно-пропускной пункт ПСОУ, нам нужен 58-й автобус, пожалуйста. Через 16 минут. Ну что, я первый на автобус, вот она остановка 58-го, прямо рядом. Ой, ребята, таксисты как назойливые мухи. Такси, такси, туда-сюда, такси. Ну что, ребята, сел я на маршрутку, значит, билет с багажом стоит 44 рубля, а такси стоит 600 рублей. Ну, ПСОУ это конечное, поэтому едем до конечной. Так, ребята, ну что, едем, время я засек, 12:05 сейчас. Посмотрим, за сколько доедем на обычной городской маршрутке. Ну что, ребята, ехали 1:10. Конечно, дорога такая утомительная, но здесь два фактора. Первый фактор, то, что это, конечно, городской транспорт, и он останавливается на каждой остановке. А второй фактор, такие узкие улочки, так они еще и поделены на две полосы. Москва отдыхает, столько машин, а улочки узкие. Бывают даже такие участки, где прям вплотную едут, и ничего не боятся. Мы приближаемся к КПП, российская сторона. Ну что, ребята, 10 минут прошла граница. Конечно, пандемия очень сильно повлияла, потому что очередей, как вы видите, вообще нету. Я просто, когда был в Абхазии в 2018 году, то очереди были сумасшедшие, я целый час стоял. А сейчас все свободно. Вот какие-то плюсы в пандемии, конечно, есть. Ну и теперь нам нужно пройти 500 метров по мосту через речку ПСОУ. Сзади меня Россия, впереди Абхазия. Вот она, река ПСОУ. Она течет вот туда, к морю. И вот поэтому так и называется контрольно-пропускной пункт ПСОУ по названию реки. И прямо после границы вы увидите такой автовокзал, площадь, и стоят вот маршрутки Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум, куда вам нужно. Ребята, доехали мы до Нового Афона, вот так выглядит остановка, и она называется Ракушка. То есть вы прям говорите Новый Афон около Ракушки, потому что следующая называется остановка Новый Афон вокзал. Ну, как бы вот сам курорт, центр вот здесь. Ну, а столица Сухум вон в ту сторону, 20 километров. Все, а потом только Грузия. Проезд до Нового Афона стоит 200 рублей и 50 рублей багаж. А если до упора, до Сухума, то 250 рублей и 50 рублей багаж. Это от ПСОУ. То есть на маршрутке очень дешево. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал. Включайте колокольчик. Впереди абхазские каникулы. Все только интересное. С вами был Владимир Александренко. Канал Фигара здесь, Фигара там. Из Апсны.